Татьяна Федоровна Клименко, фельдшер клуба. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев вручил жителям Колымы госнаграды и благодарственные письма. В ходе рабочей поездки представитель президента в ДФО медалью Луки Крымского отметил фельдшера-лаборанта Центра гигиены и эпидемиологии Магаданской области. Организация с первых дней пандемии приступила к проведению исследований на COVID-19 на базе лаборатории особо опасных инфекций. Благодарственными письмами за личный вклад в реализацию политики государства на Дальнем Востоке и добросовестное исполнение служебных обязанностей вручили руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области Светлане Корсунской. Заместитель председателя правительства поблагодарил собравшихся за их труд. Ситуация в стране не очень простая, поэтому нам предстоит еще много сделать для того, чтобы защитить людей, здоровье, жизнь. Мы сегодня об этом тоже будем обязательно разговаривать. Вам спасибо. В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации, за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации благодарность президента Российской Федерации объявлена воспитателю государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по адаптированным образовательным программам Магаданская областная школа-интернат Ольге Коноваловой.